Встреча соседей в чистом поле, в чистом небе. Обсуждаем покупку, когда пятилетнюю, да? Да, 5 лет назад. Ну вот, видите, какого зверя приобрели соседи. Сейчас прокатимся с ветерком. Да, миллион человек увидит. Может, наш блогер даже прокатится лично. Ну, страшновато, он же 140 может бегать. Сами понимаете, по нашей ужасной, но в то же время прекрасной дороге. Аппарат мощный, 87 лошадей. Полный привод, да. Можно в говно заехать, так побуксовать. И в говно, и не в говно. Не возить можно много чего. Да, зацепить прицепик. У меня, кстати, к нему есть даже. Да. А прицеп там такой небольшой пластиковый, забывал. У нас, конечно, еще в поселении есть такое же чудо техники. Советская Тула. Кто любит кататься, тот и любит колесики качать. Вот видите, все по очереди качаем колесики. Начали с первого, уже 600 какой-то качок, но колесико еще не накачали. Так что тренировка ног продолжается. Да, давай посмотрим. А мы не перекачали ли? 2,7. Надо 2. Сейчас спустим. Вот после всеобщего качания колес мне пришлось снять куртку, потому что я уже спотел. А до этого я просто замерзал. И продолжим сейчас качать колесики. Да. Продолжаем качать. Мои накачанные левые ноги способны это сделать. Надо запомнить, сколько качков. Считать надо. Уже 20. Нормальное занятие. Стоишь вот так вот и качаешь. 500-й качок. Я думаю, мы 2 атмосферы уже накачали. Сейчас проверим. Ну да. Может, еще качков 20? 50. Шучу. Здесь у меня передвижной мобильный офис. Это здорово. Вот. Сейчас достает спутниковый телефон и начинает беседу. Да, нет, не в этой секции. Где моя портативная установка? Не помню. Орле, кто тут? Орле, Орле. Ну ничего себе. Ну а я ожидал спутниковый телефон. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Вот перекачали 2 и 1. Два. Ура! Два колеса победили. Ну вот накачали 3-е кольцо. Да! Куда нам в деревне спешить-то, а? Еще осталось еще одно. 4-е колесо. Вот, 2 ровно. О, как все четко. Отлично. Ну, два салона отпустим. Вот так мы и начинаем велосезон в деревне. Велосезон, да? Да. Мотосезон. Мото, квадро, велосезон. К сожалению, мы не охотники, поэтому просто квадросезон. Это можно это было назвать иначе. Приступаем к последнему, четвертому. Да. Сейчас еще 604 качка и золотой ключик у нас в кармане. Мы вроде хотели все качать. Качать-то. А качаешься один? Да. Я пожалею ваши ноги. А я разовьюсь. 604-й качок. Мы победили. Проверим. 2 ровно. Ура! Ура! Мы сейчас сделали это. Сейчас мы катнемся, да? Но. Интересно, как он пойдет у тебя на хороших, на качных.
Ждите завтра. Как у нас стёгивает, вообще кошмар. Не, она же вообще не горела. А, это он нижний. Спасибо тебе. Тебе тоже. Большое тебе за подкачку колес. Ну я хоть в гости на чай. Я хоть и размялся маленько. Приезжай в гости. А то приезжай по болоту. Спасибо тебе. За куртку. Ну все, удачи. Давай, Витя, садись за руль. Сейчас будет. Вот и тормоза. Не особо не балуйся. А ты ему пониженную лучше включи, потому что он... Включи пониженную. Вы отъехали? Все, пока!